Yakşı hazırlandı. Mottigil yok mu bunda artıge? Abdullah Kapayev'in sistrası yok mu bunda sistrası? Kapayev bakan. Kötegiz bunda. Ne yapıştık? Хотели, чтобы вы пришли. Хотели, чтобы вы вас выслушали. Зная, как вас обманули. Не дали. Слово не дали. Они не хотели это слышать. Это знаю я. Слово не дали. Мы это слышали. Я вот им сказал, чтобы они искали убийц, они, понимаете ли, невинных людей насажали. Но они не слышат ничего. Аллах сказал, есть люди глухие, немые, слепые. Но что я поделаю, если такие судьи есть? Вот. Вам я их не обвиняю. Я вас не настраиваю. Давайте, объединяйтесь кого против кого-то. Это вот как в нашем обществе 37-й год повторяется. А вот я еще живой, я еще могу защищаться. А вы покойный человек уже, два ребенка осталось. Потом, значит, сестру замучили. Мать вон там, а мать где его, мать где? Мать где? Мать Капаева где? Вот, работали. Помахайте рукой. Помахайте. Дай Аллах вам терпение, дай Аллах, чтобы у вас было хорошие сны, чтобы он самое лучшее место занял. Мы знаем, кто его убил, и народ знает Дагестана, кто его убил. Только не озвучиваем. Знаем, вам тяжело, приехали, спасибо. Дай Аллах, чтобы... Хотела помочь, видишь, не получилось. Аллах показал свою мощь тем, кто... Зулим делает. Когда был Чаринский, Али попросил делать дуа. Они, значит, не верят этому. Они не верят, что это попросил у меня. Меня мусульмане просили 20 сентября. Вот все это вспомнил. Все это. Вспомнил. Хороший там ролик, там, это у него племянники, тут друзья есть. Он очень был хороший человек. Там 3-4 человека что-то говорят после похорон или до похорон. Я не знаю. Вот этот ролик у меня был. Но на этом, на первом заседании я его только озвучил. А сейчас даже не посмотрели. Потому что им не нужно это, как говорится, новые обстоятельства изучать. Им не нужно новые обстоятельства изучать. Им нужно только то, что уже зафиксировано, чтобы, так сказать, эту судью, какую там фамилия, первого судья Марьин, как там, Мурин, чтобы его, так сказать, не опозорить его судебный процесс. Ну, альхамдулилля, не бьют, не меня, значит, не пытают, по голове не бьют, не лечат меня, альхамдулилля. Таблетки утром, 3 таблетки получаю, вечером получаю 3 таблетки, вот. Очень хорошо, адвокат хорошо говорил, очень готовился сильно. Скоро будет, иншаллах, европейский суд осматривать. Дай Аллах, чтобы там, как говорится, не испорченные сердца. Почему? Почему? Тогда вот защищен, а сейчас нет. Аллахумма, инни ва влюбну фантасир. Аллахумма ля джина, мин тирауна, ва аналихи, ва ля джини, мин алкоуми алмалимин. Аллахумма, лакимхум. Аллахумма, ля бисуфуфахум. Аллахумма, ля тусадик алейна, ман ля ярхауна. اللهم انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله ان شاء الله سبحان الله
трясти или нет? Вот он уровень правоохранения. Я сказал, не надо, все, есть у меня машина. Передай салам. За весь суд, за весь процесс говорили, гапаю террорист. За весь процесс. Слушайте, гапаю террорист, правильно это, вы говорите гапаю террорист. Да называйте, гапаю террорист Абдулла в этой операции участвовал. Полгода в угрозыске был, находился в лесу землянки, не стрелял, кого-то убил. Да вы это говорите. Если говорите, если он террорист, террористам вот это следуется за ним. А ничего нет, какой-то справку дали. И Абдул Гапаев, террорист. Слушай, я сегодня как будто такое. Я сказала, если даже знал бы изначально, от начала до конца, вот о моем сыне будет говорить, вы меня простите, я не знаю, у меня, наверное, сила воли сильная. Я, наверное, сильная женщина. Я бы не смогла бы приехать, потому что я пристально брали на своего сына весь процесс. Что делать? А? Вы тоже нас извините. Да вы что это? Вы что, что могли бы делать? Ничего, видите как, мы намерением сегодня остается. Сегодня два около куча таблеток приняла, пришла. Давай так ешь. Да, конечно. Созвонимся, вам до свидания, вам удачи. Вот отпустит скоро, отпустите. Я приеду вашу. Это отпустит, иншалла. И выходим, если вы понимаете. Спасибо, здоровья вам, ему, вам. Всего вам хорошего. Не расстраивайте, он сегодня. Он сегодня Давайте что. Конечно, у нас международный контракт, у нас суды, у нас есть процесс. Но главное, он лежит, и сегодня с ним общался до суда. Я ему сказал, что говорят судьи, сказали, не торопись, пока еще комиссии не назначают, пока назначают лекарства, давление то поднимается, то снижается. То, что он лежит в больнице, это хорошо, иначе его могли в течение недели обычно этапировать. В течение недели вообще не ждут, даже не ждут, пока придет сразу это первое. Больше в армии дубов, чем в Риге. Надир, вкратце впечатление вот об этом все заседание. Впечатление самое негативное, потому что были аргументы достаточно для изменения решения суда, вынесения оправдательного приговора. Но если говорить в целом, для отмены были 100%, даже одного факта, что в приговоре нет подписи двух судей, это является достаточным основанием. Я согласен на нормы закона. Во-вторых, заранее я сделал ходатайство о вызове своих свидетелей, сам же обеспечил явку. И пункт 4, 271 говорит, суд не имеет права отказать. Суд ссылается на пункт 1, совершенно другие вещи. Соответственно, нормативная отсылка, мы говорим про одно, они говорят другое. Замечание, которое сделано на протокол судебного заседания, со ссылками на аудиозапись, судом не принятой. Более того, постановление об отказе мне не направлено. Я не знаю, как защитник, отклонили, вдруг узнаю здесь в суде. Было ходатайство, чтобы суд рассмотрело видео, которое впечатлило шейха Махмуда с похорон. Я сделал ходатайство обеспечить технический просмотр. Об этом вообще не поговорили сегодня. То есть суду никакие аргументы суд не принял, суду это все не интересно. У них разрешено оперативный уголовного розыска Сычев решил еще в 2015 году он преступник. Вот и все. Поэтому я сказал, это процесс инквизиционный. Он проявляет, как, насколько исламу относятся они так нетерпимо.
соответственно, относятся к другим национальностям. Поэтому здесь есть что-то не то. Я воспринимаю, как это исламофобский приговор и, соответственно, направленный против религиозного восприятия мира, в частности, против религии ислам. Это мы будем доказывать уже в Европейском суде. Вот это сегодняшнее решение позволяет нам обратиться туда. Нарушено 3 пункта конвенции, в том числе свобода религии, дискриминация по факту религии, в том числе право на справедливый суд. Справедливого суда не было, и этого нет. Поэтому нам нужны шариатские суды. Каждая религия, которая свои вопросы должны решать в рамках, собственно, религиозных канонов в соответствии с нормами шариата. Светский суд не может отвечать на религиозные вопросы, этот суд это показал. А почему молчат муфти об этом, я не знаю. Нужно обратиться к ним, это как раз повод и сигнал для них. Нужно защищать мусульман, для этого создавать собственные суды, не по уголовным делам, хотя бы для того, чтобы могли обращаться туда, получать ответы на актуальные религиозные темы. Мы же не можем этого сделать. Православный имеет синод, любой поп может обратиться, получить соответствующее заключение. Вот нам, мне нужно было получить по этой молитве. Я обращался по просьбе шейха Махмуда, мне никто не ответил. Был бы шариатский суд, я попадал бы кого угодно туда, сказал бы, ты можешь разве не ответить? А если я обращусь в суд в связи с неполучением ответа, мне братья-мусульмане скажут, Дагир, ну что ты делаешь, муфтия подаешь в суд. Тоже, понимаешь как, вот постоянно нам неудобно, мы все время себя сдерживаем во всем. В результате получаем, сажает мусульман, теперь сажает имаму. Я же это прогнозировал. Мусульман вытесняет за пределы правового поля и пытается наверняка, вот сегодня, пока мы сидели, получили сообщение, кто-то напал туда. Терроризм, в том числе в Россию, пришло через русские такие освободительные движения. Народная воля, я приводил пример. У нас были эсеры. Все, Николая II убили террористы. В последующем пришел Николай III, укрепили православную церковь и начали опять же возносить лозунги, связанные частично против мусульман. Поэтому в целом, если смотреть, тенденция нехорошая, мусульмане вытеснены за правовое поле, им защищаться негде. Я не знаю, во всей России гор не хватит им, а правом поле они показывают, вы не можете добиться. Если бы даже адвокаты, мы, да, апеллирующие законом, не можем получить правые ответы на свои вопросы. К чему это может привести? Не надо быть большим этим как-то политологом. Приведет к тому, что будут радикализироваться мусульмане, они не будут слушаться ни духовенства, никого. Они сами будут принимать решения, к сожалению. Этого не хотелось бы, но суды способствуют этому. Возможно, это тоже потребность времени, это нужно для того, чтобы еще больше уничтожать уже в рамках проведения каких-то операций. Но мы будем строго действовать в рамках судебных процедур. Вот так, конечно, воспринимаю отрицательно, негативно. У меня не было сомнений, что приговор может быть отменен. Но какое решение могли принять решение? Ну, они приняли так, оставить как есть, без ничего. Да, но сложилось впечатление, ведь не религиозные вопросы здесь были во главе угла, а процессуальные нарушения прежде всего. Конечно, мы обосновывали, мы особо в религиозных вопросах пытались не останавливаться, потому что это суд не в состоянии его понять, они не специалисты. Хотя в возражениях прокурора шейху Махмуду Велитову, помимо Гапаева, меняет 2 чисто религиозных вопроса. Поддержание политического ислама и поддержание доктрины, как теологического государства, основанного на основах шариат, то есть халифат. Хотя в обвинении этого не было. То есть получается, даже прокурор, который писал возражение, присутствовал в суде, не знает, в чем его обвинили, именно объясняет, поддержание терроризма заключается в том, что он признает мусульманин, что может быть халифат. А как он может его не признавать? Поэтому, понятное дело, в религиозной части его хутбы не разобрались, в правовой части тоже не разобрались. Умышленно все нарушили, поэтому, я считаю, нарушители сидят в судах. Oh, call us on our